Решили сегодня заняться hike and fly. Женька вон сбоку идет. И забраться на Базору. Название просто идеальное. Как позора. Да, что если не дойдем, то опозоримся. Очень веселая такая горка после работы. Взял легкую экипировку вот от Джинни. Рюкзачок. Вот, а в нем нулевый совершенно Клиндер Пи от Невика. Вот. Подвеска от Джина Етик с аэрбэком. Стринги эти. Ну и фронт-контейнер. Легенький такой. Забираться нам 400 высотных метров. Думаю, быстренько зайдем тебе с такой легкой экипировкой. Я впервые бегаю. Обычно у меня рюкзачок по 25 килограмм. По традиции гриб нашли. Теперь я буду с самого старта вести. И может быть даже вроде съедобный как. Я его на сегодня в еду покладу. И почти не грязный. Чудо-юдо на горе. Пошла красотища с пнями, с такой растительностью шикарной, со всякими цветочками между ними, с высокими соснами под 40 метров. Красотища просто. Идем по минному полю. Ну что, полетели? Что могу сказать? Для первого старта было, конечно, выходит немножко с ушками. Это мне не очень сильно понравилось. А так, вроде бы как, пока что полет хороший. Очень легкое управление клевантами. Что с управлением на акселераторе? Управление легкое, не такое жесткое, как на джине. По ощущению, очень похоже на клим, на этот, на Ice Peak 5. У нас сейчас 40 километров в час плюс 15 километров в час ветер. Здесь получается прирост 55 километров в час. Очень хорошая скорость для бурянки облегченной. Конечно, из-за ветра судить адекватно нельзя, но очень даже неплохо. Единственное, что не нравится, это что вот этот вот поводок, он идет вот повыше. Лучше, конечно, было чуть-чуть выше сделать крепление, и трап не мешало. Видите, как очень быстро взять, и приходится постоянно перехватывать. Thank you.
приземлился, параплан огонь, беленький-беленький, это, конечно, было идеально. Берешь нулевое крыло, приходишь на базору, а там говнище, жиденькое такое по всему старту. Вот. И в это говнище хлобысь, это белое крыло. Вот, нулевое, даже муха не сидела. И даже не еблась. Вот. И потом взлетаешь, приземляешься, и потом думаешь, как это говнище оттереть от параплана. Вот, ну там, правда, маленькая штучка такая. Сейчас быстренько ототрем, пока свежая.